там шкаф стоит, присуманьте, а то у меня нет порядка. Бегу как могу. По-моему, здорово. Кашник, все. Алло, привет всем. Здорово. Я уже пешком добежал. Короче, пошли трэш. Слишком далеко. Этот плетеный, ты в Диси? Да-да. Это больших танчишь, короче. Привет. А, нет, маленьких танчишь только, дракончиков. Просто лужу разливаешь там. Я босса подержу. Че там, паладин есть вообще? Нет. Один паладин. Ты в Диси паладин? Каски раздам. Ага. Каски, Маши заебись, блядь. Все, чек на пол. Так, пишет, все готовы. Так, где-то отчет сейчас. Даю отчет. Thank you.
игрока забери большого. Просто отец, давай катаем трепетом. Портал Даларан, летим вы. У меня уже достаточно таких предметов. Кому нужна сумка или голова с босса, останьтесь тут, чтобы я вам отдал. Все портуемся, значит. У меня уже достаточно таких предметов. Тебе нельзя передать. Да, Вик. Вы пока летите. Я могу чем-нибудь помочь? Чем могу помочь?
Чего это у тебя там фул? Я вот тоже сижу, может кто фкашить будет? А еще вечерний рейд будет. Не, у меня фидов много. Будет, а ты два раза будешь или три? Два. Еще бы три, да? Да я ебанусь, блядь. Когда ты водил три? Войт, у вас фул уже? Все один. Каждый заходит и спрашивает. Да вот, блядь, здесь сидит 15 человек. Ну там да, они крутые, уже поняли. Крутые ДПСеры, не хотят заходить, там 4-5. Я без дис этих. Как дела? Они уже они убили вам на трайке. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний. Я сегодня тоже уже 20. Два раза собрала их. Понял. Ибл, ты остров делал уже? Да нет. Да мне этот хозяин Реалма доебался, блядь. Чё? Говорит, у тебя нет заметки, ты сам об этом не позаботился и исключил меня. Я говорю, так я-то при чем тут, блядь, если меня даже не спрашивали про нее, когда брали. Это твои проблемы. Да, хочешь, можешь написать заметку? Можешь написать заметку, я тебя приму обратно. Типа, зайди в Дискорд, почитай правила гильдии. Я говорю, ссылка на Дискорд устарела, она не переходит по ней. Ну, можно было у кого-то узнать. Да, понятно, они не разбирают. Это, короче, повод был всякий. Так, нет, он меня обратно взял, заполнил заметку. Я вообще не понимаю, нихера это. Показать свою важность. Кто? Yeah, на X3. Писи важные. Писи важные, да. Ну и хуя. За черное это же кладбон? Скажите мне, пожалуйста. Ну, твой червяк прополз. Как? Кикнуть, потом урать будет. Дайте я кикну с правого места. Он на оне. Мы в разных пасях. Иди размораживай рейд. Вот Сахил стоит, обрыгивается. Не успел разморозить пацана. А меня-то чё, мне норм. Правильно, косач, ты хочешь. Три замены есть.
Вот до последнего. Обычно дает шанс. Тут есть один сдох, сука, в первой пати, блядь, прист. Вот спиритус ник, блядь. Петух. Наследственность. Да. Как полный ник ты говорит? Вот спиритус. Ну да. Наследственность. Ё-моё, как в матрице сейчас. Вот моб выбирает кого-то, у него 700 тысяч, через кого-то размажет. Нет, смотри, не получилось. На кону место в рейде. Ты первый вошел, конечно, ну я, потом Бибик, потом... Конечно же. Да я у него спрашиваю, собираешь, время еще без пяти, он говорит. А я не друидом, не в гильдии, точнее, в своей. Я поздно увидела, что он собирать начал, я уже парилась. Был бы не против, если бы вы запустили босса. Так и быть, придется самому идти запускать. Сейчас великий чернокнижник... Не развалишься. Подчиненный, правильно, зачем? Чтоб выполняли грязную работу. Вот именно поэтому люди не хотят в диз заходить. Хули, выбили ты опять, блять. Какие они подчиненные, блять, они боги просто. Хочу на мишку ты пять, сука. Просто чтобы дать тычку и быть как по агро, как про товар. Вчера, короче, бил лича в хренке. Вот с пятки. Там медведь был по ДПС на седьмом месте. Рейд дохлый был. По валькам на третьем месте. Я просто по валькам, смотрю, накрутил. Ну хорошо, да, один, да. Значит. Понимаешь, я его просто... Нет, я его научил в этот же трай водить. Ну, объяснил, как водить за этими вальками, отводить его. И просто на третьем месте стал. Там вроде по тактике даже, ну все... Более-менее делали. Я думаю, просто ДПС она под берсу не хватит. А сколько у вас сегодня утренняя Т? Да, да. А, прости, отвлеклась. Во сколько? 12. Бля, пиздец, Рямба. Отведи, да. Уямба. Заебал. Пергамент, это ты? Это персик. Блядь, лужа. Почти попал. Да мне было лужа, ебать, я на поинты смотрю, набираю эти, да. В смысле на тебе, на пергаменте лужа была? Ты что, курил что-то? Курил что? Ну, может. Не знаю, я персик виноват уже. Сука, пергамент. Сука, пергамент. Петух. Мне краги еще надо привыкнуть.
блять, с землебульонами. Тут такие правила у Асгарда вообще. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет... Что они там говорят? Тут просто... Ну вот если вот так вот пролистывать именно колесико, наверное, раз пять надо пролистать, чтобы все правила прочитать. Этот Захил, ты тут? Какая-то серьезная организация. Давай Мишку. Я даже так не запаривался, когда правила писал. Это вчера, короче, были взломания. Там кто-то мне гибли и сказал, что типа... Турнир продолжается. Мы обсуждали, что типа джоки распадаются. Даже контент не закрывают. Так там кто-то говорит, да вы иллюжины тоже одних и тех же берете в рейда. И новеньких не набираете совсем. Типа вы тоже не за горами распадаете. А что, асгардовцы не одних из тех же берут на основной контент? Вчера взяли на джайн. Пожалели, блядь. Так, блин, не хотят мне цветение выбивать. Они хотели запятнать честь Альянса. Ну как тут такое? Так она же падала, по-моему, на прошлом КД. Наоборот, мы новеньких берем каждый раз. Потому что старенькие хотят отдохнуть, а новеньких надо посмотреть. Выпал зол вчера или не выпал? Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего... Сейчас скажу, кто кого танчит. ДКшник тут, Сахил тут, сейчас вам скажу, что вы танчите. Короче, лок Диси. Лок дерево, хорош. Шакал танчит, короче, танчит Сахил. Так. Где ты? Так, дальше, что там за петухи? Вот этот ромбик танчит ДКшник. Танк. Потом... Вот эту фуру тупую танчу я. Надо запомнить, чтобы не проебать потом. Так, как будем бить? По очередности. Сперва убиваем звездочку. Потом убиваем... Этот, блять... Кружок. Главного рогу контрольте, это он сейчас тряпок поедет. Рога, блять, на мне, нахуй, не очкуй. Крест и череп контрольте, это эти хилы. Ну ты долбоёб. Это танк ДК был? Нет. Какой ник ДК это был? Дестройер или пергамент? Петуха сейчас кикну. Ну я нихуя, сука... это не я, не пергамент. Стоял в конце рейда. Дестроил ты в Дисе. Эклипсинг это ты был? Да сейчас хуй кто что скажет. Да я вас кикну нахуй, сейчас долбоёбы, блять. Потом будете на форуме говорить, сука. Пойду тему создам пока. Петухи, вот кто не в Диси, нахуй. Блять, просто еще одна такая хуйня. Это лучшие представители Орды. После кружка крестик бейте. Дроиды поднимите павших, чтобы они не отдыхали.
подводи шоколад поближе к нам. Сари только он вроде. Ничего. Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Где интеллект? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Берешь белую ДК. Начнутся! Плетёный, ты тут? Ну да-да-да. Белую возьми. Твоя валька. Треугольник. А, все понял. Во, это 25-ку пробовал соло танчить. Или порядок стало. Треугольник для меня. Чё, выбор стопудовый пойдёт? Не судьба.
чем могу быть полезен? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки Пледи. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Не рубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. ДКшник, значит, жука в сторонке от босса одного держишь, один мой под боссом будет. Понял? Сферку одну сбейте. Все сферки сбейте сразу. Ладно, я позбиваю. Убейте. Ля, мау. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных.
Слышишь, Войд? Че мне, на Твина зайти или возьмешь кого-то с замены? У вас вроде еще есть кто-то. Кто там желающий есть? Замену. Если нет, на Твина зайду. Ну заходи на Твина. А чё за Твин у тебя? Шаман есть 258, приз 255 ШП. Кем хочешь, короче, мне без разницы. Да, мне тоже. С шаманом заиграл. Ближайший. Куда вы там уже?